проникающее излучение в мире. Лекцию прочитает Дмитрий Сергеевич Горбунов. Дмитрий Сергеевич работает в Институте ядерных исследований Российской академии наук. Он лауреат государственной премии Российской Федерации для молодых ученых прошлого года. И он является крупнейшим специалистом в области физики нейтрино. Вы знаете, что на открытии фестиваля науки Виктор Антонович упоминал о интересных экспериментах, самых последних, связанных с регистрацией скорости распространения нейтрино, так называемый проект «Опера». И я спросил Дмитрия Сергеевича, но он сказал, что, может быть, в конце он расскажет и об этом. А сейчас я рад представить вам лекцию про нейтрино. Лекцию читает Дмитрий Сергеевич Горбунов. Спасибо, мне очень приятно быть здесь, в этом зале, и обсуждать с вами сегодня физику нейтрино. Это самые загадочные частицы вокруг нас. И за последние несколько лет эксперименты в области нейтрино показали несколько загадок. Может быть, самая интригующая была вот совсем недавно, связанная со скоростью распространения нейтрино. Но и помимо этого, за последние несколько лет именно нейтрино дает наиболее интересную, наиболее интригующую информацию для физики частиц, возможно, важную для развития самой физики частиц. Поймите правильно, физика наука экспериментальная, и эксперимент, первые результаты эксперимента не всегда оказываются верными. Наш институт, если вот можно назвать, это самый нейтринный институт в нашей стране, а возможно и в мире. Большое количество экспериментов в нашем институте связано именно с физикой нейтрино. Например, основная территория нашего института расположена в Троицке, и там осуществляется эксперимент по прямому поиску массы нейтрино, электронного нейтрино, и самое сильное ограничение на эту массу, самое серьезное ограничение на эту массу получено как раз в нашем институте группой сотрудников нашего института. Кроме того, у нас есть лаборатория в других частях нашей славной страны. У нас есть нейтринная обсерватория в Кабардино-Балкарии. Если вы наберете в каком-нибудь географическом поисковике слово «нейтрино» вдруг, то окажется, что есть такой поселок, он в ущелье. Если кто-то из вас ездил кататься на лыжах в Лазаву или в Чедет, то вы проезжаете этот поселок с правой стороны по дороге. Там в советское время построили глубокий туннель, около 4-5 километров в глубину. И в этом туннеле расположены подземные лаборатории, а на поверхности вот такие вот здания. Это прям поселок, здание, где работают сотрудники. И там происходят исследования, в частности, важное подтверждение существования осцилляции нейтрино, а это прямое указание на неполноту того, что люди называют физикой, того, что люди называют стандартной моделью физики частиц, были получены именно вот здесь. А сейчас, к сожалению, это место тоже известно, но не в связи с научными событиями, а в связи с террористическими актами, которые там происходят. И, к сожалению, вот в эту пятницу первый раз это произошло. Двое сотрудников нашего института были убиты в поселке Нейтрино. В этом смысле, как вы сами понимаете, проводить международные эксперименты в такой ситуации довольно тяжело. Хотя эксперимент, который сыграл свою роль в открытии осцилляции Нейтрино, это международный эксперимент. Другое место географическое, которое также задействовано, это озеро Байкал. На озере Байкал наш институт построил нейтринный телескоп, глубоководный нейтринный телескоп. Там проводятся исследования поиски нейтрин космических самых высоких энергий. И дальнейшая стадия, которая сейчас начинает реализовываться, постройка эксперимента с объемом кубокилометр. Это аналог эксперимента, который уже сейчас работает на Южном полюсе, где тоже есть кубокилометровый детектор нейтрино. И вот эта работа ведется, значит, сотрудниками нашего института. Но как примеры, да, я вам показал, насколько это широко и насколько это интересно. Теперь, поскольку нейтрино — это элементарная частица, я не могу не сказать несколько слов про мир элементарных частиц. Да? Значит, у
элементарной частицы. На сегодняшний день электрон пока считается неделимым. Ведь внутренняя структура электрона не обнаружена. Ядро делимое, ядро состоит из протонов и нейтронов, и протоны с нейтронами делимы. Они состоят из кварков. Вот кварки дальше пока на сегодняшний день неделимы. Да? Значит, на сегодняшний день это значит нет экспериментальных указаний, которые бы показывали, что эти частицы имеют какую-то внутреннюю структуру. Это не значит, что так есть в природе. Это значит, что пока нам это знание не дано. Какие теперь есть у нас взаимодействия? Взаимодействия вы тоже все знаете. Их можно разделить на две части. На дальнодействующие. И дальнодействующие мы относим, конечно же, электромагнетизм, который, с которым мы с вами все лучше всего знакомы. И гравитационное взаимодействие. Между ними они одинаково устроены с точки зрения зависимости этой силы взаимодействия от расстояния между объектами. Да, они все падают, силы все падают как расстояние в квадрате. В то же время мы с вами знаем, что они капитально отличаются одна от другой. Чем они отличаются? У нас есть положительные и отрицательные заряды электрические, а в гравитации у нас с вами только масса. И поэтому у нас есть явление экранирования в электромагнетизме, а явление экранирования в гравитации нет. Поэтому на больших расстояниях у нас с вами выживает гравитационная сила. Поэтому, когда люди обсуждают взаимодействие таких крупных объектов, как планеты, галактики, да, только гравитационные взаимодействия играют роль. Два других типа взаимодействия. Это краткодействующие взаимодействия. Взаимодействия, которые не проявляются на больших расстояниях никак, и которые можно почувствовать только если вы подошли на очень-очень маленькие расстояния. На очень маленькие расстояния какие? На расстоянии 10⁻³ сантиметра, если речь идет о сильных взаимодействиях. Благодаря сильным взаимодействиям кварки собираются в протоны, благодаря сильным взаимодействиям протоны с нейтронами удерживаются в ядре. И слабое взаимодействие. Это еще на еще меньших расстояниях, на расстояниях 10⁻⁶ сантиметра, совершенно маленькие расстояния. В то же время, вот эти взаимодействия, слабые взаимодействия, 100% нам тоже важны, потому что вот обилие химических элементов, разнообразие это, оно благодаря слабым взаимодействиям, и мы с вами об этом будем говорить. И слабые, как пример слабого взаимодействия, да, это все ядерные процессы, все процессы ядерных реакторов, все распады. И другой процесс – это процесс синтеза химических элементов, который происходит в звездах, например, в нашем Солнце. Благодаря этому солнышко у нас светит, а свет – источник жизни, да? Вот. Нейтрино взаимодействует только слабо. Так, поэтому только вот эти взаимодействия, вот эти самые слабые взаимодействия, самые краткодействующие взаимодействия, и существенно, когда мы обсуждаем физику нейтрино. Стандартные модели элементарных частиц, частиц много. Как много? Не одна, не две, да? 28, да, не 78. А частицы, которые отвечают за взаимодействие, представлены здесь голубым. Для электромагнитного взаимодействия это фотон. Для сильных взаимодействий это такой глюон, да, глюклей. Для слабых взаимодействий это массивные частицы W и Z бозон. W частиц 2, положительные и отрицательные. Относительно электромагнитного взаимодействия, да, с положительным зарядом и с отрицательным зарядом. Еще один бозон. Хиггсовский бозон. Главная задача большого адронного коллайдера – найти эту частицу. Это единственная частица, которая предсказана в рамках стандартной модели физических частиц, но пока еще не обнаружена. Когда эта частица будет найдена, будет открыта пятая сила – Юковская. Обмен хиггсовским бозоном приводит к появлению Юковского взаимодействия между частицами. Так, это пока загадка, пока масса этой частицы неизвестная, она экспериментально не обнаружена. Остальные поля – это поля материи. И вот здесь они так замечательным образом сложены в такие, я написал, поколения. Поколения частиц. Есть кварки, которые взаимодействуют сильно. Есть лептоны, которые в сильных взаимодействиях не участвуют. И те, и другие участвуют в слабых и электромагнитных взаимодействиях. Чем отличаются эти частицы между собой? Поколения одинаково взаимодействуют относительно сильных, слабых электромагнитных процессов, одинаково в них участвуют. Вот пример здесь приведен электрических зарядов этих частиц. Да? Здесь прям приведены UD, это значит английские буквы, обозначающие up и down, верхний и нижний кварк. CS, charm,
и Strange, очарованный и странный. Top-bottom, это верхний и нижний, или, значит, иногда их переводят как истинный и красивый. Так? Взаимодействие у относительно электромагнетизма, что у ап-кварка, что у чарма одинаково, заряд плюс 2 трети. То же самое по всем остальным поколениям лептонов. Так? Нейтрино, электрически нейтральны, а электроны, так, мюоны и тау-лептоны, они несут заряд плюс 1 с точки зрения электромагнетизма, совершенно одинаковым образом взаимодействуют со всеми значит, в электромагнитных полях. Есть еще античастицы, конечно. У них все наоборот, да, противоположный электрический заряд. А значит, что же различает эти все частицы? Различает их массы. У них существенно разные массы, а и значит, отличают их гравитационные взаимодействия как минимум. Да? А вот здесь приведены тоже примеры этих масс. А здесь есть существенная иерархия масс. Массы первых двух кварков первого поколения несколько тяжелее, чем масса электрона. Масса третьих поколений существенно тяжелее, чем масса протона. Так, а между протоном и нейтроном у нас, протоном и электроном по массе у нас фактор 2000. Они очень тяжелые. Да? Поэтому электрон вращается вокруг протона, как обычно говорят, а не протон вокруг электрона. Это за массы. Что касается нейтрино, то нейтрино в стандартной модели безмассовое. Прямое ограничение на массу нейтрино, как я сказал, в районе 2 электрон-вольт. Но электрон-вольт – это величина, которая соответствует по порядку величин уровню перехода в атоме водорода, для тех, кто знает. А если бы, вот мы знаем, у нас со школьной скамьи корпускулярный волновой дуализм, да, вот если бы был фотон с такой массой, то длина волны была бы несколько отличалась, но по порядку величины, как длина световой волны, несколько отличалась, конечно. Вот. То есть это очень-очень легкие частицы, в миллион раз легче, чем электрон как минимум. Это экспериментально. Да? В рамках стандартной модели они безмассовые, но опыты последних двух десятков лет показали, что на самом деле это не так. То есть стандартная модель несправедлива, здесь нужно ее подправить. Здесь и масса этим нейтрино, но масса нейтрино очень маленькая. Они меньше, чем вот это число, меньше, чем миллионная часть электрона. А сразу возникает, конечно, вопрос. Раз вот такой богатый мир, почему... Ну, во-первых, почему столь различные массы? Но это вопрос, наверное, скорее к теории. И здесь существует масса всяких гипотез и догадок. Но какое-то устоявшееся мнение на этот счет пока нет. А вот другой вопрос, почему мы не видим в нашей жизни второго, третьего поколения этих частиц? Да? Они электромагнитно взаимодействуют, и мы могли бы их замечательным образом видеть. Мы не видим материю из них состоящую. И ответ, вот у нас протон, да, он состоит из U и D кварков, нейтрон тоже из U и D кварков. Вокруг в атоме водорода вращается электрон, а может вращаться мюон. Почему нет? Ответ на этот вопрос дает как раз слабое взаимодействие, они за это ответственны. Они приводят к распадам этих частиц, а распад возможен, потому что они существенно массивнее, чем эти первые. Так, поэтому происходит распад довольно быстрой частицы, если они появились, вот этих второго и третьего поколения, в частицы поколения первого. Вот как пример, да, это прямой аналог. Вот смотрите, это у нас процесс распада нейтрона. Вот U и D кварки, и вот D кварк, который тяжелее, чем U кварк, он испустил такой виртуальный дублевой бозончик, передающий слабого взаимодействия. Этот дублевой бозончик развалился в электрон и нейтрино. По массам, кинематически, да, энергетически это возможно, такой процесс. И он происходит. А аналог его, например, для тау-лептона тяжелого, который примерно в два раза массивнее, чем протон, это такой протон, тау-лептон испускает вот тау-нейтрино и дублевой бозон, который распадается. Дублевой бозон может распасться и в электроны и нейтрино, и в мюоны нейтрино, и в пару легких кварков. Так, вот таким образом все частицы, все более тяжелые частицы, они распадаются слабо. Это слабое взаимодействие. Самый долгоживущий из всего этого зоопарка является мюон. Его время жизни 10⁻⁶ секунды. Да? Это микросекунда. Время жизни этой частицы. Поэтому мы в обычном с вами жизни так вот прямо не наблюдаем. И нет в ней материи никакой. Ее так приспособить для того, чтобы сделать какую-то сверхтяжелую гайку, предположим, не получится. Вот. Но на самом деле
роль нейтрино в слабых взаимодействиях 100% существенна. Да? И здесь можно пойти вот историческим путем, рассказывая про это. Когда-то на рубеже 19 и 20 веков люди обнаружили радиоактивность. Да? И вот у вас есть какое-то тяжелое ядро, которое распадается в более легкое. И что мы наблюдаем еще? Наблюдаем еще электрон, летающий электрон. Электрон, какие-то магнитные взаимодействия, мы можем ее зарегистрировать, но в состоянии это сделать. Да? Если это процесс вот так, просто ядро распалось в другое ядро электрон, то у нас с вами есть два закона, которые мы знаем со школы. Закон сохранения энергии, закон сохранения импульса. Так? Энергия сохраняется импульс. Написали это условие, смотрим в том вот ядро первое покоится, вот оно развалилось на две части. Электрон полетел в одну сторону, ядро полетело в противоположную сторону. Ядро то, которое образовалось. Да? Импульсы, импульс одного равен импульсу второго. Соответственно, с энергией тоже все в порядке. И всегда, когда бы ни происходил такой процесс, импульс электрона поэтому фиксирован. Он вполне конкретный, он один и тот же. Он определяется только разностью масс первого ядра и второго ядра. Так? И импульс электрона, энергию кинетического электрона, если хотите, можно измерить с помощью электромагнитных приборов. Да? Вы можете поставить электрическое поле, увидеть, что электроны перестают через него проходить, значит, у вас вот такая-то энергия у них есть. Эта энергия определяется величиной электрического поля. Если электроны проходят, их, ее энергия больше. Таким образом, можно измерить спектр этих электронов, да? Сколько электронов, каких энергий вылетает из этого процесса. Так вот, оказывается, что они все разных энергий. Есть целый спектр такой, он не дискретный, как говорят, электроны не одной и той же энергии вылетают, а разных, есть некий спектр. Да? Такой невозможно, если процесс вот такой, один в два. Чтобы это объяснить, Паули предложил ввести новую частицу. Эта частица должна быть нейтральной, иначе вы ее увидите в приборах. Эта частица нейтрино. Чтобы спасти закон сохранения энергии, была предложена вот эта частица. Кроме того, эта частица помогает спасти другой закон, закон сохранения углового момента. Здесь вспоминать нужно химию, как строятся оболочки у химических элементов. Эти оболочки не абакатие, они подчиняются неким законам. Эти законы пришли из квантовой механики, и они пришли потому, что электроны, они фермионы. И протоны с нейтронами тоже фермионы. Это частицы, которые не могут, если говорить об электроне, быть на одной и той же оболочке, иметь спин, так называемый спин, направленный в одну и ту же сторону. Спин – это как внутренний момент движения, вот тут он проиллюстрирован. И в этом смысле нейтрино – это тоже фермионы и тоже частицы со спином 1/2. И тогда они помогут решить проблему со спином в этом процессе. Вот смотрим, нейтрон распадается в протон, электрон, ну, антинейтрино. И у каждой из этих частиц спин по половинкам. Значит, спин можно складывать со знаками плюс-минус единицы, либо складывать, либо вычитать, да, можно так сказать. Но если у вас две половинки, никак вы не сделаете половинку. Вы сделаете либо ноль, либо единичку. Вот вам нужно еще одну половинку, и тогда в сумме спины могут сложиться в одну вторую, и тогда все будет хорошо с угловым моментом в этом процессе. Так? Ну и еще один момент, связанный с нейтрино. Нейтрино позволяет ввести такое понятие, как лептонное число. Вот был процесс, процесс представлен здесь, да, распад нейтрона, W бозон распадается в электрон и антинейтрино. W бозон не несет никакого лептонного числа, лептонное число несет электрон, единичку, и антинейтрино, минус единичку. Вот во всех процессах стандартной модели современной Вселенной, при современных условиях, электронные числа сохраняются. Они отдельно по каждому поколению, по электронному, мионному и тау. И в данном случае, если мы говорим с вами о распадах радиоактивных элементов, то это все только первое поколение, да, это только все электроны или электронные антинейтрины. Сейчас. Ну вот, теперь идея, связанная, вот идея, которая привела к введению нейтрино, позволяет, конечно же, и пытаться измерять массу этой частицы. Да? Раз у вас есть некий какой-то спектр этих самых электронов, только электроны мы с вами меряем, да? То есть новая частица нейтрино в рамках стандартной модели, она без массы, значит, она может быть испущена сколь угодно с маленькой энергией, сколь угодно малой энергией. Да? Значит, фактически самая
самый энергичный электрон, который вы можете найти в этом спектре, это электрон, который отвечает ситуации без масс, ситуации фактически распада 1 в 2, который Паули пытался разрешить. Да? Это ситуация, когда у вас самый энергичный электрон вылетает. Это самый конец спектра. Теперь представим, что нейтрино у вас массивное, значит, такой энергичный электрон уже вылететь не может, потому что немножко энергии нужно отдать для этого нейтрино, оно же массивное, нужно немножко отдать ему энергии больше, чем в безмассовом случае. Поэтому нужно смотреть на спектр этих электронов. И это способ найти прямое экспериментальное, поставить прямое экспериментальное ограничение или найти напрямую массу этой частицы. И вот пример эксперимента. Это распад трития. Тритий — это значит, тяжелый изотоп водорода. В нем, помимо протона, два нейтрона. И вот процесс идет такой же. Тритий переходит в гелий электрона антинейтрино, а на уровне нуклонов это нейтрон переходит в протон, а электрон и антинейтрино. Так? Это тот же самый процесс, та же самая диаграмма, которую мы показывали вот на предыдущем слайде. И этот процесс люди пытались экспериментально исследовать, не нашли ничего подозрительного в конце спектра, поставили ограничение на уровне 2 электрон вольт. Этот эксперимент был в нашем институте проведен, и сотрудники сейчас работают над большей установкой, над установкой Катрин в Карлсруэ, которая использует вот для детектирования вот такую большую бочку. Вот здесь такая небольшая фотография, показана, как эту бочку, которую построили в одном городе, двигают в другой город, вот тут между домами. Эксперимент заработан через несколько лет, и там, в 2015 году они обещают вот это число, если нейтрино безмассово, то понизить до уровня 0,2 электрон вольт, примерно. Так? Значит, электрон вольт, напоминаю, это примерно в миллион раз легче, чем электрон. Да? Значит, числа эти на самом деле были бы интересны, например, для космологии. То есть нейтрино как электрически нейтральная частица, если бы имела массу порядка, ну, побольше, вот 20, да, не 2, а 20, то вполне бы подходило, например, на роль такой компонента, как темная материя в нашей Вселенной. К сожалению, она на эту роль не подходит по разным причинам. И более того, космология дает ограничение на сумму масс нейтрин всех трех поколений. Это ограничение куда сильнее сейчас, чем те числа, которые можно получить из прямых измерений этого числа, типа 0,05 электрон вольт, раз в 4 поменьше. Причем это ограничение на сумму масс. Прямое ограничение на массы нейтрино первого, второго, третьего поколения, конечно, существенно слабее, чем вот эти вот числа, которые здесь приведены. Теперь, значит, подводя итог, какие у нас свойства нейтрино? Значит, нейтрино очень легкие, в стандартной модели они безмассовые. Значит, антинейтрино рождаются в бета-минус распаде совместно с электроном. Это пример, вот распад нейтрона. А нейтрино рождаются в бета-плюс распаде, так, вместе с позитроном. И такие процессы тоже есть, бывает бета-плюс распад, когда в ядре протон переходит в нейтрон, а позитроны и нейтрино, это энергетически выгодно оказывается. И связано это с тем, что при вычислении, значит, энергоемкости нужно учесть еще не только массу всех частиц, но еще энергию связи. Энергия связи может оказаться такой, что выгоднее протону перейти в нейтрон, а не нейтрону перейти в протон. Так? И важнейшие свойства нейтрино, они участвуют только в слабых взаимодействиях, очень-очень слабо. Вот, ну, распалось, предположим, распалось ядро, а мы теперь хотим с вами этот нейтрино детектировать. Предположим, у вас с вами есть ядерный реактор, вы его окружили водой, интересуемся, ну когда же нейтрино в воде взаимодействует? За счет чего оно взаимодействует? За счет тех же вот W-Z-бозонов, вот рассеивается, например, на электронах или на ядрах. Течение взаимодействия, вероятность про взаимодействие нейтрино очень-очень маленькая. Так? Если его вычислить, то примерно 10 в 13 километров она пролетит, даже больше, прежде чем взаимодействует. Это расстояние, которое свет пролетает за один год. Вот такого размера должен быть резервуар воды вокруг ядерного реактора, чтобы нейтрино взаимодействовало. Этим определяется, этим слабостью взаимодействия определяется свойство нейтрино. Нейтрино невозможно, очень тяжело, почти невозможно остановить. Оно отовсюду вылетает. Ну и, соответственно, если мы хотим его зарегистрировать, то детекторы должны быть большие, очень специфические. И поток нейтрино
который нужно использовать, чтобы надеяться хоть какую-то одну частичку так найти, этот поток нейтрино должен быть очень большим. Теперь нейтрино вокруг нас. Да, на самом деле вокруг нас очень-очень много нейтрино. Во-первых, у нас есть с вами реликтовые нейтрино. Нейтрино, которые пришли к нам от эпохи горячей Вселенной, ранней Вселенной. В каждом кубическом сантиметре находится порядка сотни нейтрино. И другой источник нейтрино... Только нейтрино эти очень неэнергичные. Это как вот фотоны, реликтовые фотоны. Температура соответствующих нейтрино даже несколько меньше, чем температура фотонов, меньше, чем 2 Кельвина. Другой источник, важный источник нейтрино, это Солнце. Да? В Солнце идут термоядерные реакции, идет синтез элементов. И оттуда прилетают к нам нейтрино. Да, значит, из космологии нам пришли и нейтрино, и антинейтрино, от Солнца нам приходит нейтрино. От реакторов, естественных и неестественных, да, естественный реактор это то, что у нас с вами есть изотопы, которые в Земле, и идет процесс распада, и этот распад сопровождается излучением антинейтрино, да. А ведь, смотрите, если что-то происходит, например, в центре Земли, то об этом как вы можете узнать? Вот если вы измерите поток нейтрино, антинейтрино, вы можете сказать, что там внутри что-то происходит, какие-то ядерные реакции. А так, ядерная реакция. А так ведь все эти электроны, фотоны, гамма-кванты, они из центра Земли к нам не долетают. Точно так же, как не долетают к нам из центра Солнышка. Гео-нейтрино, кстати, были обнаружены не так давно, зарегистрированы экспериментом. Гео-нейтрино – это нейтрино, которое приходит из центра Земли. Другой источник – это естественные реакторы, да, у нас с вами есть атомные станции. И от атомных станций идет поток нейтрино, и ученые используют этот поток для исследования свойств нейтрино, ставят специальные детекторы. Например, это позволяет, кстати, проводить мониторинг над ядерных реакторов. Например, в Японии работал эксперимент, который исследовал потоки. Значит, он работал на потоках антинейтрино, которые шли от ядерных установок на территории Японии. Когда близкие установки выключались, они видели этот поток падал. То есть это способ мониторить работу реакторов. Для больших энергий источником являются космические объекты, есть сверхновые. Есть космические лучи, которые приходят к нам в атмосферу, рождают там вторичные частицы. Эти вторичные частицы распадаются. Вот так вот из-за слабого взаимодействия и рождают вам нейтрино. Эти нейтрино вы опять можете детектировать, искать. Ну и при самых высоких энергиях считается, что есть нейтрино от мощных астрофизических ускорителей, от активных галактических ядер. И вот самые большие установки, они нацелены на поиск именно таких нейтрино, космических нейтрино. Про некоторые мы сейчас с вами вот поговорим. Так? Пример реликтовый нейтрино, антинейтрино. Вы знаете, конечно, что наша Вселенная расширяется, и что она заполнена реликтовым излучением, да, чернотельным спектром, отличный термальный спектр. Вывод, который любой человек из этого сделает, это значит, раньше Вселенная была более горячей, более плотной, да, соответственно, там была более высокая температура, и там была плазма. Откуда пришли фотоны? Там была плазма. Теперь у нас с вами есть физика частиц, мы ее с вами знаем, мы можем с вами пофантазировать, что же было при более высоких температурах. И для этих фантазий у нас с вами все есть. У нас с вами есть аппарат гравитационный, который описывает, как Вселенная расширялась, и аппарат физики частиц, который описывает, какие процессы в этой плазме происходили. Так? Если представить себе, что температуры в плазме были несколько по величине, примерно, так сказать, несколько превышали массу, энергию, отвечающую массе электрона, то есть электроны, позитроны при такой температуре были релятивистскими, тогда в такой плазме нейтрино, хотя взаимодействие слабое, находится в равновесии. Точно так же, как электроны, фотоны, все находится в равновесии. Все описывается одним единственным параметром температуры, раз все в равновесии. Да? И тогда, если такая ситуация реализовалась в нашей природе, сегодня эти нейтрино тоже должны быть с нами. У них должна быть функция распределения по импульсам такая же, как у фотонов, термальный спектр, только температура несколько меньше, примерно 1,8 Кельвина. У фотонов 2,7 Кельвина, несколько меньше температура. А так такие же частицы,
также должны быть вокруг нас. Почему мы уверены, что так и было? Действительно, это вот это ограничение, что температура должна быть не меньше, чем несколько масс электрона. Почему это ограничение считается правильным? Потому что нейтрино сыграли важную роль впоследствии на более поздних этапах, когда образовывались первичные ядра во Вселенной, когда образовывался дейтерий, когда образовывался гелий, был первичный нуклеосинтез, так называемый. И в первичном нуклеосинтезе у вас есть два конкурирующих процесса. Процессы ядерные, и эти все взаимодействия вы знаете, в лаборатории измерили. А другой процесс — это то, что Вселенная расширяется, поэтому концентрация всех элементов падает, и процессы прекращают идти. Насколько быстро расширяется Вселенная, определяется веществом, которое во Вселенной присутствует в тот момент. А в тот момент во Вселенной заметную долю вещества вкладывали вот эти самые нейтрины. Они уже отщепились от плазмы, они перестали с ней взаимодействовать, но они по-прежнему релятивисты, их много. Они дают вклад и в плотность энергии, и в импульс. И поэтому они оказывали оказывали влияние на расширение Вселенной в ту эпоху. И оттуда мы знаем вот это вот ограничение, которое здесь приведено, а вот ограничение, что число нейтрин должно быть от 2,5 прям до 4,2, это число поколений. Давайте мы представим, что у нас поколений несколько нейтрин, да, и вот тогда это число должно быть между вот этим и вот этим, да, значит, ну вот может быть 3, ну может быть 4, может быть еще 4-е поколение. Но одна по себе, сама по себе космология нам уже говорит, что нейтрин должно быть не одно поколение. Так? Должно быть как минимум 3. Другая важная роль нейтрина – влияние на темп расширения Вселенной уже в другую эпоху, в эпоху образования водорода, в эпоху так называемой рекомбинации. Отсюда тоже идет ограничение на вот эту массу. Это комбинированный анализ дает эти числа. Так? Кроме того, нейтрины сейчас оказывают роль на формирование структур, на формирование скоплений галактик, больших образований. И отсюда тоже, это тоже способ попытаться как-то почувствовать эту массу, эту скользающую массу нейтрино, какое же это число. Вот ограничение из космологии на массу нейтрино, которое я приводил, это как раз ограничение из комбинированного анализа всех космологических данных, которые имеются. Так, теперь это были самые низкоэнергичные нейтрины, которые можно получить. Температура 2 Кельвина. Да? Теперь солнечная нейтрино. Процесс самый важный, идет синтез дейтерия, самый главный процесс, самый основной поток нейтрино идет вот, значит, от этого процесса, от слияния протона с протоном. Можно аккуратно вычислить все потоки нейтрино от солнышка с учетом всех реакций, которые там идут, и аккуратно его предсказать с достаточно хорошей точностью. Так. Что здесь отмечу, я это уже говорил, да, важная роль нейтрино. Нейтрино вылетает из солнышка. Вот у вас основная температура, основные процессы идут в центре, в ядре. Вот у вас образовался фотон, а вокруг плазма. И он оттуда не вылетает, он начинает перерассеиваться. Он от них, как человек в толпе, он начинает от своих, значит, сограждан, начинает о них ударяться и медленно-медленно попытается из толпы выбраться. Да? Вот у нейтрино такого нет, взаимодействие очень слабо. Нейтрино оттуда вылетает, и через 2 секунды оно на поверхности. Фотон оттуда выбирается, ну, вот, несколько сотен тысяч лет. Так. И в этом смысле, если интересоваться, а что же происходит в центре Солнца, не образовалась ли там черная дыра, например, или еще что-нибудь, да? То мониторинг того, что происходит в центре Солнца, это мониторинг потока нейтрино. Так? Нейтрино говорит вам о том, нормально ли происходит там реакция, выбирается ли там в порядке или нет. Потом оттуда выбираться будет очень долго. То, что мы видим свет от Солнца, это свет с поверхности Солнца. Так? Конечно же, было очень интересно проверить солнечную модель и убедиться, что поток нейтрино такой, как нужен. В частности, вот в нашем институте, в Кабардино-Балкарии, в Байксанском ущелье, под горой, вот здесь вот гора Андурчи, значит, вот это, где-то здесь, вот эта гора, значит, гора Андурчи, вот это прорыт туннель такой, 4 километра, и вот там внутри построены лаборатории, в которых можно измерять потоки вот этих замечательных нейтрино, и какой процесс? Нейтрино образовалось в этой реакции, а здесь, в таких больших емкостях, галлий.
Идет обратный процесс. Галлий поглощает нейтрино, переходит в германий и в электрон. Задача стоит в том, чтобы посчитать количество, значит, сами понимаете, да, очень редкий процесс. За величину порядка месяца там образуется, ну, десяток, два десятка таких вот элементов германия. Их нужно оттуда извлечь. Объем, вот здесь человек переведен, да, но объем емкости, сами себе представляете, какой большой. Несколько тонн. Вот, используя химию, используя физику, ученые умудряются убедиться, что действительно в этом объеме образовалось атомов германия примерно 20. 20 плюс-минус 4. 20 плюс-минус 3. По-моему, совершенно сшибательное утверждение. Да? Я когда первый раз услышал, я был потрясен глубоко. Но искусство состоит в том, что туда добавляют еще атомы германия, большое количество, дальше химическим образом извлекают. Ну, в общем, очень интересная на самом деле здесь техника используется, химия помогает физике на 100%. Вот. А ученый... Извините. В конце концов, все оказывается в маленькой пробирке с несколькими микрограммами, и оттуда идет распад, обратный распад вот этих вот атомов германия. Потому что он нестабильный, да? Понятно, что раз экспозиция большого вещества, то этот галлий, он стабилен относительно бета-распада, а германий как раз нестабилен. То есть германий в конце концов распадется. И то, что смотрит экспериментально, смотрит потом обратный распад германии в галлий и позитрон, и ищет вот этот позитрон. То есть не то, что их там считают на там, центрифуге или как-то. То есть считают их уже с помощью физики, но извлекают. Вот из 5 тонн делают 5 миллиграмм с помощью химии. Вот. Ну так, я заинтриговал, наверное. Хорошо. Значит, теперь, конечно, эксперимент долгий. Да? Вы сами понимаете, что если всего 20 таких событий, да, и хотите хорошо померить поток, то нужно долго набирать статистику. Эксперимент шел много лет. И такого типа эксперимента проводились не только в нашей стране. И вот тут случилось, как это... По счастью, бывает в этом мире, когда вот вы смотрите в зеркало, а там что-то не то. Вы ожидали встретить что-то, ну, знакомое, да, а тут вот совсем не такое. Вот. И это не такое, оказывается, что нейтрино от Солнца не хватает. Да? А солнечная модель довольно хорошая, она описывает там всякие процессы в коре, сейсмопроцессы, излучения, все очень, так сказать, вроде хорошо. Солнечники говорят, очень хорошая модель, все, так сказать, ну, вот все правильно знают. Тем не менее, это не так. Не так для нейтрино. Нейтрино оказалось меньше. Так? И это утверждение было подтверждено в других экспериментах, в экспериментах, которые используют другие там, химические элементы, вот, другие химические элементы, или в эксперименте, которые используют там, воду, другой тип регистрации. Действительно, от Солнца приходит меньше нейтрино, чем нужно. Ну и на самом деле, как бы, такого ничего удивительного здесь нету, если изменить физику частиц, если на самом деле вспомнить, что было еще до того, как была сформулирована стандартная модель. Дело в том, что если у вас нейтрино всех трех поколений совершенно одинаково взаимодействует, то очень естественно предположить, а почему они друг с другом не могут как-то перемешиваться, так переходить одну в другую. Да, если они совершенно одинаковы, почему бы нет? И такая гипотеза была высказана Пантекорова, значит, почему бы они, так сказать, не смешивались? И в данном случае вы регистрируете только электронное нейтрино. Давайте эти электронные нейтрино в какие-то другие перешли, в мюоны или в тау. Ну и вот вам ответ. Так? И такая гипотеза, она была сформулирована вот, Пантекорова, соответственно, объяснение, которое закладывается на, значит, объяснение, которое имеется на квантово-механическое, имеется осцилляция между разными уровнями вот, электронного, мионного и тау-нейтрино. И на самом деле то, что распространяется, это есть некая их комбинация. Вот как волны складываются, например, на поверхности вы можете пустить большую волну, маленькую волну, там, волну какую-нибудь среднюю. В том месте, где они все вместе сложились, у вас появился большой всплеск. Да? Вот этот большой всплеск отвечает определенные частицы. Ну а с другой стороны, если вы немножко подальше отойдете, вы пытаетесь измерить величины волн, каждая из них какая-то такая маленькая, что-то не то, как-то не так. Так.
Вот этот пример, пример переходов, значит, он описывается квантово-механически, это осцилляции, прям осцилляции между уровнями для тех, кто, значит, вот, как бы квантовая механика. Знаете, это прям вот такая система. И, соответственно, интерес сейчас представлял, это явление представляло почему? Потому что гипотеза Пантагорова была высказана до того, как была сформулирована стандартная модель. Стандартная модель нейтрино безмассовая, для безмассовых частиц такие осцилляционные процессы запрещены, они не идут. Значит, если такие осцилляционные процессы обнаружены, они обнаружены экспериментально, за это дали Нобелевские премии, то это означает, что стандартная модель не полна, в нее нужно что-то добавить. Вот в ту картинку красивую, которую, так сказать, мы представили на втором слайде, нужно что-то добавить. Добавить именно что должно быть обязательно массы у нейтрино. В стандартной модели массы нейтрино нет. Нужно как-то ее модифицировать. Это прямое, единственное на сегодняшний день указание на неполноту стандартной модели физических частиц, как она сформулирована. Дальше перейдем. Атмосферная нейтрино. Да? Раз осцилляция есть для солнечных нейтрино, ну, должны быть это для других. Да, иначе, если это для других нету, то все-таки неправильно что-то с солнышком. Нужно идти к солнечникам, говорить, давайте модель переделывайте свою. Что происходит в атмосфере? В атмосфере у нас с вами космические лучи ударяют по взаимодействуют с частицами атмосферы, рождают вторичные, так сказать, частицы. Эти вторичные частицы быстро распадаются. Да, я говорил, что все частицы очень быстро распадаются из-за слабых процессов. И распадаются, рождают вам нейтрино. Вот пример рождения пионов, так называемых, это частицы, которые состоят из У и антидекварков, и они также через W бозон распадаются и рождают нейтрино. Совершенно замечательным образом можно точно убедиться, что мионных нейтрино должно быть в два раза больше, чем электронных. Это такое предсказание, которое довольно модельно независимо от того, как устроена атмосфера, чего бы то ни было. Вот. А откуда источники, откуда приходят такие частицы? Ну вот из сверхновых, там есть магнитные поля, там есть очень сложные, интересные механизмы ускорения, там они ускоряются вполне. Теперь, что делать? Нужно попытаться такие нейтрино зарегистрировать. И вот пример, это эксперимент в Японии, суперкамиоканда. Большая-большая бочка, заполненная водой. По поверхности бочки стоят детекторы, которые способны зарегистрировать свет. В чем идея? Значит, размер бочки вот здесь можно проиллюстрировать. Вот смотрите, это внутри бочки, вот так ученые плавают, инженеры плавают на лодке. Да? Вот это детекторы все стоят. И вот такая большая бочка, вот она здесь вот представлена себе. Она находится в горе. Значит, заполнена водой. Значит, вода здесь служит для чего? Нейтрино летит и за счет слабого взаимодействия рождает там мюон или электрон, да, электронное или мюонное нейтрино. Эти частицы оказываются с очень высокой скоростью, превышающей скорость света в воде. В такой ситуации идет замечательный процесс, черенковское излучение, так называемое. Эти частицы излучают фотоны. И вот эти-то фотоны и регистрируют вот эти фотоумножители, которые стоят везде здесь на поверхности. Эти детекторы регистрируют эти фотоны, они их ищут. По форме этого излучения можно сказать, это электронные вылетели энергичные или мионы вылетели энергичные. Оказывается, что потоки электронных нейтрино одинаковы, что сверху, что снизу. Сверху смотрит наверх, под горой все происходит, а снизу смотрит вниз. Да? Нейтрино пролетает через Землю, не взаимодействует. А для мионных оказалось не так. Поток изменился. Сверху и снизу поток разный. Вот осцилляции, да, случились мионных нейтрин, они случились не в электронной нейтрин, они случились в тау-нейтрин. В другой, третий тип нейтрина, который есть и который в этом эксперименте не детектируется. Эксперимент Опера, который вот всем, значит, известен в связи с измерением скорости света, да, скорости нейтрина. Собственно, его главная цель была поиск прямого рождения, прямого детектирования вот этого перехода электронных нейтрино, прямого детектирования перехода мионных нейтрино в тау-нейтрино. Так. Вот мы здесь увидели, что поток мионов изменился, и куда-то он перешел. Перешел не в электронное нейтрино. Гипотеза перешел в тау-нейтрино. Давайте проверим это. Давайте убедимся, что действительно в тау-нейтрино переходит. Для этого нужно что? Увидеть, что тау-нейтрино рождается. Тау-нейтрино, чтобы увидеть, что это действительно тау-нейтрино, нужно, чтобы тау-нейтрино родило тау-лептон. И вот тау-лептон ищут в эксперименте Опера. Это основная задача. Пока нашли такое одно событие. Так,
Вот это осцилляция нейтрино, атмосферная осцилляция нейтрино, эксперимента, который начинает на цели. Теперь нейтрино астрофизических ускорителей. Да, опять, еще более высокие энергии. Значит, астрофизические ускорители — это какие-то центры галактик, там, я не знаю, черные дыры, значит, пульсары, сверхновые, активные галактики всякие. Значит, это все, они далеко от нас. А это все, значит, наша гипотеза, что они могут излучать в том числе и нейтрино. Так. Другая гипотетическая возможность — это если у вас есть частицы темной материи, они почему-то, они все-таки немножко взаимодействуют с нашим веществом, тогда они, например, могут скапливаться в Земле или в Солнышке, и там их концентрация сильно повышается, и увеличивается вероятность их аннигиляции во что? Лучше всего в нейтрино, потому что нейтрино вы можете задетектировать, все остальные частицы оттуда не вылетят. Вот поиски таких, например, значит, событий также ведется в экспериментах. Значит, как это сделать? Есть большие энергии, и, соответственно, ясно, что очень слабый поток. Да? Бог знает, где находятся эти астрофизические ускорители, если они существуют. Ускорители, которые приводят к появлению нейтрино. Астрофизические ускорители существуют. Астрономы наблюдают совершенно замечательное явление в электромагнитном диапазоне, которые говорят, что там происходит ускорение частиц. Но вот прилетают ли к нам нейтрино от этого? Так? А как это детектировать? Идея была вот предложена Марком. Идея состояла в том, что давайте, если нам хочется очень большого размера детектора, давайте просто помещать эти фотоумножители в естественные водоемы. В этих естественных водоемах нейтрино точно так же будет рождать там мион. Мион точно так же будет лететь и излучать черенковское излучение. Это черенковское излучение можно ловить. Тогда мы с вами увеличиваем объем существенно. Так? И это способ регистрации нейтрино вот таких энергий, это так называемые нейтринные телескопы. Такой нейтринный телескоп был реализован в нашем институте. А тут удивление не составляет, поскольку Марков тоже работал в нашем институте. Значит, на озере Байкал. Так, вот картинка озера Байкал. Значит, вот в этой точке на берегу построен комплекс наблюдения, наблюдение за телескопом. Дальше по дну озера проложен кабель, и на самом, значит, внутри воды вот так вот устроены такие нити, струны натянуты от самого дна до сверху, сверху, значит, этот самый буй, да, и здесь детекторы вот так висят на этих нитках. Детекторы, которые ловят вот этот самый свет от этого самого черенковского излучения, да. А картинка здесь такая, вот здесь сверху, если кто видит, различает вот какой-то такой снег и какие-то не домики, а какие-то, значит, здесь машинки, да. А в чем идея? Идея в том, что когда эти детекторы опускать, когда эти детекторы поднимать, когда делать с ними какую-то какие-то техническое обслуживание этих детекторов, лучше всего весной, в марте месяце, тепло, при этом лед довольно толстый, несколько метров. Вот делают полынью, поднимают со льда, поднимают детекторы, опускают детекторы, вот такие вот, внутрь. Очень удобно, значительно удобнее, чем если бы это было просто озеро, которое не замерзающее. Так? Ну и вот так это выглядит, значит, это съемок внутри, снимок внутри воды. И вот так выглядят результаты. Значит, здесь это результаты события нейтрино с энергиями выше некоторой, да. Это направление их прихода. И здесь такие синие и зеленые точки. Значит, синие точки с одной полусферы — это что будет небесная сфера. Синие точки с одной стороны, а зеленые точки с другой стороны. Значит, телескоп смотрит вниз. Он смотрит нейтрино, которое приходит снизу, самое энергичное. Он хочет самые энергичные нейтрино посмотреть космические. Для них атмосферные нейтрино, о которых мы с вами говорили, это фон. Поэтому хочется смотреть вниз. И поэтому только полусфера заполнены синим, это результаты вот этого телескопа. А зеленым заполнены результаты другого телескопа, который с другой стороны Земли, в Антарктиде, расположен. И это на Южном полюсе. И, значит, этот эксперимент, вот он раньше выглядел вот так. Значит, здесь вот такая не очень хорошая, наверное, картинка для изображения. Вот здесь вот поверхность Антарктиды, вот здесь вот дальше в глубину. Здесь 2,5, по-моему, 2,5 километра. И детектор устроен так. Значит, не бурит, а растапливают лед на глубину 2,5 километра. Вот этот процесс растапливания льда. И внутрь на струнах помещают такие детекторы. То есть
точно так же свет Черенковский, который рождается от взаимодействия во льду, по льду распространяется и ловится вот этими детекторами. Так. В данном случае это самый большой такого типа телескоп, он кубокилометр, километр, 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 вот тут Эйфелева башня приведена для сравнения. И значит, задача поиск вот таких астрофизических нейтрино. Да? На сегодняшний момент пока нет никаких четких указаний на то, что такие нейтрино найдены. Вот эти события, которые представлены здесь, это события, согласующиеся с тем, что это от атмосферных нейтрино, от космических лучей, которые взаимодействуют в атмосфере и рождают нейтральные. Есть нейтрино, есть антинейтрино. Значит, у Солнца летят нейтрино из реактора антинейтрино. Участвует только в слабых взаимодействиях, да, значит, долетит там до звезд, это нейтрино замечательно, если оно из реактора вылетело. Они являются очень легкими, миллион раз легче электроны как минимум, но в то же время массивными. Нейтрино осциллирует, и вот это как раз указывает на то, что они должны быть массивными. Этот процесс не в рамках стандартной модели, это единственное прямое указание на неполноту стандартной модели. Ну и есть у нас неэлиптовые нейтрино, которые пришли с эпохи Большого Взрыва, а за горячей Вселенной это как минимум температуры, где электроны уже релятивистские были. Теперь какие факты, гипотезы, идеи есть на эту, значит, вот, связанные с нейтринами. Ну, во-первых, это мониторинг. Мониторинг процесса Земли и Солнца. Значит, мониторинг процесса Солнца идет, тот эксперимент, о котором я рассказывал, когда галлий переходит в Германию, этот эксперимент идет более 20 лет, и там виден солнечный цикл в нейтринном сигнале. Нейтрино от центра Земли были зарегистрированы не так давно, и это тоже, значит, перспектива, это вот мониторинг того, что происходит внутри Земли и внутри Солнца. Мониторинг ядерных реакторов, когда их включают и выключают, какая у них мощность, уже проводился, на этом основан был эксперимент Камлен, прям видели, как соответствующий поток падает, потому что та или иная электростанция, значит, идет на техническое обслуживание переходит. Были даже, значит, идет дискуссия такая, как всегда, часто от идеи до ее реализации проходит большое время, когда был предложен галлий-германиевый эксперимент. Галлия было всего там, килограмм, и он стоил безумные деньги, а в этом эксперименте используется 100 тонн галлия, прошло, значит, 20 лет от момента идеи до реализации, значит, есть идея японских ученых о дистанционном обезвреживании ядерного оружия с использованием нейтринного пучка, когда вещество в ядерной бомбе там медленно переходит и перестает, значит, масса становится ниже критической. Мониторинг ядерных реакторов. Вот здесь я нарисовал, привел картинку с подводной лодкой, да, значит, с подводной лодки, в больших крупных подводных лодках, там тоже ядерный реактор. Он не такой крупный, но тем не менее нейтрино от него тоже летят. Так сказать, можно смотреть, где этот реактор находится, в какой части мирового океана. Вот. Последние вот эти результаты, которые так всех, значит, подоражили, результаты эксперимента Обера, когда они измерили скорость распространения нейтрино. Вы сами понимаете, да, значит, вот нейтрино самая слабо взаимодействующая частица, да, значит, поэтому этот сектор сложнее всего исследовать. В нейтрино вот это сектор, который точно не стандартная модель, и в этом смысле какие-то аномалии, вот я их сегодня не говорил, они там тоже присутствуют, очень интересные. Но если эти аномалии люди могут объяснить, вводя либо новые частицы, либо в новые взаимодействия, работая в традиционной, так сказать, квантовой теории поля, с которой привыкли, которая позволяет делать предсказания экспериментальных наблюдений с очень высокой точностью, на самом деле. Поэтому такая уверенность в том, что это аппарат справедлив. Пока результаты эксперимента Опера, они не находят своего объяснения в рамках какого-то обобщения работающего в теории поля. Да? То есть это, если это справедливо, сейчас кажется, что это что-то такое, как вот открытие квантовой механики на рубеже 19-20 века. Если это справедливо. Говорю вам спасибо за внимание. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот сегодня на Кавайле практически ученые в Мумбаи отказались от теории элементарных частиц. Они сказали,
сказали, что нужно создавать новую физику. Значит, все гипотезы лопнули. Значит, давайте, а что практически мы можем сказать? Ну, смотрите, как раз практически, да, вот если этот результат справедлив, очень все понятно, да? Вот ближайшая звезда находится на расстоянии, там, сколько там, трех световых лет, да? Даже если мы технически научимся ускоряться до этого предела, ну, до звезд мы с вами летать не будем. А если закон природы нам позволяет, да, если вот это утверждение эксперимента Опера справедливо, то тут уже можно, по крайней мере, мыслить себе какие-то гипотетические возможности, там, распадаться, нейтрино превращаться, потом, значит, обратно, да, как-то перемещаться. То есть с практической точки зрения здесь очень, мне кажется, понятно. Вот. Но реализация пока никаких моделей таких, значит, нету. И кроме того, я обращу внимание, что все вот такие перевороты физики, они шли к тому, что, значит, старую эту физику не зачеркивали. Просто находили новую область, которую раньше не исследовали, и в этой новой области требовалась модификация физики. Да. Мы аккуратно, опускаясь по энергиям, приходим к нейрологической механике. Из квантовой механики. И все это дело, значит, воспроизводится, восстанавливается. В этом смысле все результаты, которые были до этого, они не зачеркиваются. Так? Мы просто входим в некую область, в которую на самом деле раньше не ходили. Мы не измеряли, если, например, говорить о нейтрино, есть такое понятие гамма-фактор, отношение энергии к массе. Так? А вот нейтрино при очень малой массе и при тех энергиях, которые вот в эксперименте Опера наблюдаются, это очень большой гамма-фактор. Мы таких гамма-факторов еще не видели. Вот. Поэтому, но я покажу, здесь есть несколько заготовленных слайдов, как раз посвященных этому замечательному эксперименту. Значит, вот скорость нейтрино измерялась, конечно же, из других экспериментов. Да, вот здесь приведены результаты. Для нейтрино даже больших энергий, вот было такое ограничение получено. Смотрите, значит, это разность скоростей на скорость света разделить. Да? 10-5 это относительный эффект. 10-5 это относительный эффект. Да, вот то, что измерено, это 2.5-10-5. А были предыдущие измерения при больших энергиях. Вот было такое, это ограничение получено. Да? Это не найдено, а получено ограничение. Некое указание, значит, было получено вот в эксперименте. При меньших энергиях в эксперименте минус. Но вот оно такое не очень серьезное. Да? 5 плюс-минус 3. Ну, это, так сказать, с вероятностью 5% все нормально. Вот. А наблюдение нейтринного сигнала было сделано на меньших энергиях, на энергии примерно 10 МФ, от сверхновой. Была вспышка в 87 году сверхновой, которую люди наблюдали в видимом диапазоне, и нейтринный сигнал. С нейтринным сигналом там тоже была забавная аномалия, там увидели два нейтринных сигнала, который один пришел на 3 часа раньше, чем другой. Но 3 часа это ничто при том расстоянии, на котором находится это сверхновая. И соответствующее ограничение, которое оттуда, даже с учетом этой аномалии, было сделано на разницу масс, это 10-9. Так, здесь 10-5, 10-9. Конечно, это при других энергиях. Тут у вас нейтрино распространялось в веществе, там мы еще не знаем что. И поэтому можно здесь на что-то, значит, что-то спекулировать. Вот. Но пока, значит, никакие модельки, которые предложены были на сегодняшний день, вот прошло там 2 недели, значит, они не удовлетворяют либо каким-то ограничениям, либо, например, квантовым поправкам. Дело в том, что все частицы связаны с друг другом за счет этих взаимодействий. Вы можете, ученые могут оценить вот поправку такого чудного нейтрино, например, к закону распространения фотонов, который очень-очень хорошо известен. И вот это никак не согласуется с представлениями о других экспериментах. Да? Фотоны еще раз очень хорошо удовлетворяют, значит, вот этому условию, что скорость не зависит от скорости света, что скорость себя постоянна, не зависит от энергии. И квантовые поправки от вот этого нейтрино привели бы к изменению этого закона. Да? Но квантовые поправки вычислили в рамках теории поля. Если теория поля несправедлива, квантовая теория поля несправедлива. Вычислять нужно не так, ну и все как бы, да. Вот на квантовых поправках большинство моделей, которые, так сказать, можете себе помыслить, они сразу зарезаются и не позволяют объяснить радикал. Значит, можно, это открытые статьи, можно зайти на сайт нашего института www.inrac.ru, и там
найти подробную информацию об эксперименте, о том, какие результаты, о статьях этого эксперимента, о проектах. Там лежит проект вот этого кубокилометрового детектора. Это все можно найти. Значит, насчет попасть на работу туда, это лучше, наверное, говорить с главой коллаборации этого проекта. Так, там можно найти всю информацию. Можете его прокомментировать на Нобелевскую премию по физике за этот год? Совершенно замечательное наблюдение, да, это люди, которые реализовали идею о том, что сверхновые являются стандартными свечами во Вселенной. Вот если вы видите лампочку, очень простая идея, да, если вы знаете, что лампочка 40 Вт, на каком бы расстоянии от вас она ни находилась, вы можете померить поток фотонов и увидите, что это, определить расстояние. Так. Вот эта идея, реализованная во Вселенной, где лампочка стандартная, это сверхновая определенного типа, а измерение идет, значит, очень чувствительной аппаратурой, она позволила нам сказать, что Вселенная ускоряется с расширением. Наблюдение было сделано в 1998 году, премию дали сейчас, потому что к этому моменту появилось несколько независимых других наблюдений, не за сверхновыми, а других величин, которые показывают, что Вселенная действительно расширяется с ускорением. Я не физик, я совсем биолог, и у меня такой вопрос. Вот нейтрино – это частица, которая приносит всякие разные физику новости уже там, почти 100 лет, начиная с 30-х годов. Вопрос. Может ли так случиться, что изменится математика, что-то произойдет в математических представлениях наших, и выяснится, что нейтрино – это совсем не частица, а нечто, явление некой другой природы? Вообще что-то подобное может быть? Или нейтрино прочно вошло в физическую науку совершенно? Ну вот, смотрите, в тех областях энергии, о которых мы здесь говорили, все отлично, замечательно описывалось квантовой теорией поля. Нейтрино тоже дают вклады в некие электрослабые наблюдаемые, которые относятся к области электромагнетизма уже. Квантовые поправки вычисляются в математическом аппарате, который использует квантовую теорию поля. И все замечательным образом пока согласуется. Так? Вот мы сейчас пришли некую область скоростей, там нейтрино или как чего угодно, в которую эксперимент раньше не заходил напрямую. Да? Значит, если бы теоретики могли заранее все, так сказать, предсказать, что 100% уверенность, что там будет вот так-то, тогда не нужно строить эксперимент. Ради чего? Но физика наука экспериментальная. Когда мы строим новый большой коллайдер, это больше энергии, а по соотношению неопределенности, да, неопределенность в энергии с неопределенностью в расстоянии связано. Поэтому если у вас большая энергия, то вы можете посмотреть маленькие расстояния. Вы там не смотрели, как устроена физика, это только ваша гипотеза. Физика наука экспериментальная. Вот данный результат, еще раз, если его трактовать серьезно, то, так сказать, если это нужно менять. Так кажется, что нужно менять квантовую теорию поля для описания, по крайней мере, этих процессов. Так? Но если мы этот результат сейчас закроем, мы будем его сейчас анализировать, все остальное, все совершенно замечательно сходится с представлением, что есть нейтрино, такие частицы, фермионы, массивные, и все. Как предполагается дистанционно обезвреживать ядерное оружие? Тактика очень интересная. Значит, поток нейтрино, мощный поток нейтрино, сколлимированный, приводит к рождению вторичных частиц. Эти вторичные частицы мягкие, они изменяют вещество, но вызывают фактически медленный процесс перехода ядерного вещества в то, которое уже не бомбу вам не сделает. Да? Но вызывает медленную спонтанную реакцию, да, так, ну как сказать. Вот ядерный переход, да, у вас в Германии в Галлию переходит, да? Значит, он бы так не переходил, если бы не было нейтрино. Теперь нейтрино полетело, перевело вам Галлию в Германии, да? А с Германией вы уже бомбу не сделаете. Все. Вот как бы... Нет, это же идея, чтобы создать такой поток нейтрино, как там нужно по первым подсчетам, это... Нет, это... Это идея, но это теоретика, это, смотрите, это,
это в рамках теории современной возможно. Это технически но это теоретически возможно. Вот полететь в центр галактики современному человеку, увидеть своими глазами, что там происходит, невозможно. Но если, конечно, биологи не придумают так, что все живут там по 30 тысяч лет, то тогда психологи, конечно, уже мутуются.